Да? Инспектор Кукин, почему скорость нарушаем? Ну, извини, командир, мы виноваты, вот так получилось. Что? Ой, пьяный, за рулем. Да. Нехорошо. Сейчас экспертизу проведем. Слушай, капли в рот. Вот капли. Инспектор Кукин вызывает лабораторию. Кукин вызывает лабораторию. Капли в рот. Было там. Там пол рюмочки там было. Потом просто я кефирчиком связал, поэтому немножко. Сейчас все решим, командир. Ну что ты, что мы не люди, господи. Нет, не пойдет. Ну не будь верен. Нет. У нас сейчас все по-новому. Как так? А вот сейчас лаборатория приедет, экспертизочку проведем, анализ сделаем, разберемся. О! Командир, давай по-человечески. Здравствуйте. Порядок есть порядок. Давай. А куда? Да давай, что у тебя есть. Да дай же, говорю. Порядок? Ты пойми, друг, сейчас только фальшивых на дороге. Просто беспредел. Пока, езжай.